Готовим самую вкусную пепе-лазанью, которая подойдет всем, даже тем, кто не следит за фигурой. Приступаем к готовке. Первым делом нарезаем лучок, произвольно, как вы хотите. Дальше мы его обжариваем на растительном масле до золотистого либо прозрачного цвета. Не пережариваем, потому что будет невкусно. Дальше мы добавляем фарш и всевозможные специи. Соль, перец, все, что хотите, все, что вам нравится. После этого, немножко подождав, мы добавляем томатную пасту, либо свежие томаты, кто как любит. Пока у нас все это тушится, мы готовим картошечку, нарезаем вот такими вот слайсами. Дальше у нас тут кабачки, обязательно тоже такими дольками. Перемешиваем, такая красота у нас получилась, и выкладываем все на противень. Предварительно смазываем ее маслицем и выкладываем первые свои картошечки. Дальше сверху мы выкладываем нашу начинку фарш и все аккуратненько разравниваем. Количество вы можете контролировать самостоятельно, побольше, поменьше. Дальше следующим слоем мы выкладываем кабачки. Также все аккуратненько закрываем и сверху мы выкладываем остатки нашего фарша. И не забываем немножко посолить, я это забыла сделать однозначно. Дальше мы выкладываем остатки нашей картошечки, закрываем все фольгой и отправляем в духовку на несколько минут. Пока у нас все готовится, мы натираем сыр. Проверяем на готовность. Если картошечка у нас готова, посыпаем сыром. Сыр можете использовать любое количество. И отправляем в духовку, чтобы сыр расплавился, либо немножко подзолотился. Отдыхает немножко у нас лазанья перед тем, как ее кушать. Немножко она у нас отдохнула, и можно приступать к трапезе. Это просто безумно вкусно. Советую попробовать. Приятного вам аппетита!